Благотворительная дипломатическая рождественская ярмарка стартует в Одессе уже четвертый год подряд. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, организаторы из Одесского дипломатического клуба надеются на то, что новая ярмарка на Морвокзале и на этот раз пройдет не хуже первой. Собрали тогда 175 тысяч гривен и купили достаточно серьезное оборудование швейцарское для нейрохирургических операций на голове. Прибыль с нынешней ярмарки также планируют потратить на благое дело. Приобрести медицинские компрессоры для отделения интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Одесской областной детской клинической больницы. Приобретая продукцию, представленную в рамках ярмарки, каждый гость сможет внести свой вклад в это общее дело. Для того, чтобы действительно это время на ярмарке прошло весело и замечательно, мы придумали целый ряд интересных мероприятий. Прежде всего, конечно, для детей. В экспозиции ярмарки на стендах иностранных представительств будут предложены национальные блюда, сувениры, промышленные и продовольственные товары, игрушки и новогодние украшения. Особо знаменательно, что проведение благотворительной ярмарки стало уже доброй традицией. Этот праздник дает возможность посетителям и всем нам соприкоснуться с национальной культурой, отведать кухню и пообщаться друг с другом. Всего в ярмарке примут участие более 20 генеральных и почетных консульств Одессы, национальных культурных центров, общины диаспор, а также миссии Европейского союза по приграничной помощи Украине и Республике Молдова. Всеволод Ананьев, Александр Нелопов, Думская ТВ.